Информация о погоде, что приготовила нам природа на грядущую неделю, об этом нам рассказали в Оренбургском гидрометцентре. Первую половину недели ожидается заток холодной воздушной массы, поэтому значительно похолодает. Ночные часы температура воздуха понизится от 1 до 6 градусов тепла, в отдельных районах возможно даже выхолодится до -1–2 градусов. На поверхности почвы также ожидаются заморозки. И в дневные часы дневного прогрева особо не ожидается, и температура воздуха днем составит от 8 до 13 градусов тепла. Во второй половине недели ночные температуры составят порядка 50 градусов тепла, а дневные часы от 12 до 17 градусов тепла.